Исследования, проведенные при помощи искусственного интеллекта, выявили несколько факторов, которые делают рыб предпочтительными для обретения счастья. Главной особенностью, определяющей романтическую и счастливую природу рыб, является влияние Нептуна. Эта планета владыка знака рыб придает его представителям особую чувствительность и глубокое эмпатическое восприятие мира, и даже склонность к мистическим переживаниям. В этот год влияние Нептуна усиливается, что способствует углублению эмоционального понимания, раскрытию творческого потенциала и поиску гармонии внутри себя.